Слава, пойди. Степанов Николай. Спортсмен уже выступал в дисциплине длинный цикл и показал результат 38 подъемов. И вот он уже скоро в толчке догонит свой результат длинного цикла. На втором помосте выступает Гурбан Даниил, спортсмен второго спортивного разряда, поднимает гири весом 28 килограммов. И на третьем помосте выступает Сибилис Сергей, кандидат в мастера спорта России, гири весом 26 килограммов. Гурбан Даниил закончил свое выступление с результатом 30 подъемов. Симона Валерова, просим вас пройти на арену, в баню, в награду для вручения вашего.